Ситуация с аварийностью на дорогах Кустанайской области обеспокоена полиция региона. Последними примерами этого, как напоминают ее представители, стали две автокатастрофы, которые произошли несколько дней назад. В одной из них погибли сразу четверо человек, в том числе и двое детей. Причина совершения таких ДТП была это несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, то есть грубое игнорирование требований правил дорожного движения. В связи с этим полиция внедряет еще одну форму контроля движения. Помимо основных патрульных нарядов по дорогам и улицам региона, как сообщают полицейские, уже курсируют 10 специальных служебных автомобилей без опознавательных знаков, которые выявляют нарушения правил дорожного движения по методу скрытого патрулирования. В рамках скрытого патрулирования используются автоматические системы фиксации нового образца системы Oracle Insight. Устройство способно выявлять превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, игнорирование требований дорожной разметки. То есть, отмечают полицейские, комплекс фиксирует те опасные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к тяжким последствиям в виде угрозы здоровью и жизни людей. Кроме того, программы, на которых они работают, могут отличать, какое транспортное средство попало в их обозрение. Ведь на загородных дорогах легковым авто разрешено двигаться со скоростью 100 км в час. Водителям автобусов не более 90 и грузовым не более 70 км в час. Устройство самостоятельно определяет категорию транспортного средства, от него рассчитывает предельно допустимую скорость и в случае их превышения составляет соответствующее предписание. Такую идею надзора за дорогами, отмечают полицейские, поддержали представители компании «КазАвтожол». Они установили на автодорогах предупреждающие билборды. Способом открытого патрулирования, по данным полиции, уже зафиксировано более 800 фактов превышения допустимой скорости. Полицейские призывают водителей не игнорировать требования правил дорожного движения. Олжас Есенжигитов, Наталья Луговская, РТН.